По свету гуляющих забрёшь в трактир поесть. А трактирщица такая вредная была, видит человек бедный одет, и отказал. Ничего нет, не готовлю, один хлеб да вода. Что ж там у вас? Ну, хлеб соподайте с водичком. Сидит шиш, корочку воги помакивает, да посасывает. А у хозяйки в это время в печи на сковороде гусь был жареный. И подумал толстух посмеяться над голодным прохожим. Ты, говорит молодой человек, везде чай был, много народу видал. Не нахаживал ли ты в печный уезд всего Сковородкина? Не узнавал ли ты господина Гусева жареного? Шишкник молча дело и говорит, отдаем корочку, тотчас помню. В это время кто-то на хороших коней превратил в трактиру. Хозяйка выскочила на крыльцо, а шишка в печке. Открыл заслонку, сдернул гуся со сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковороду лапоть, и ждет. Хозяйка заходит в избу и снова с проезжающим, и снова трунит нас шишок. Ну что, рыжий, знавал гусева жаренка, знавал хозяюшку, только он теперь не в печном уезде всего Сковородкина живет, а в сумке на заплечной переехал. Скинул шиш сумку на плечо и укатил с гусем. Хозяйка говорит гостю, вот дурак мужик, я ему про гуся загадала, а он ничего не понял. Проходите, сударь, за стол для благородного господина, у меня жаркое найдется. Полезла в печь, на сковороде лапоть.